Всем привет, вы на канале Звездопад, и это видео Speedpaint плюс ответы на вопросы. Сразу хочу предупредить о том, что звук видео будет скакать, потому что озвучка была сделана в разное время, голос у меня всегда разный, но я пытался выровнять звук, и в любом случае приятного просмотра. Где вы учитесь? Я учусь в обычной МБУ СОЖ Татарской гимназии, где в 10 и 11 классах есть уклон на биологию и на химию. Ну и уклон нормальный такой, для всех, хочешь не хочешь, все равно. Любимая книга, фильм, сериал и песня. По поводу песни там есть дальше вопрос про музыку, поэтому я там на это отвечу. Про книгу могу сказать то, что мне очень нравится. «Портрет Дориана Грея» — это автор Оскар Уайльд, «Белые ночи» Достоевского, и сейчас мы по программе читаем «Преступление и наказание». Мне кажется, эта книга тоже станет моей любимой. Если рассматривать фильмы и сериалы, именно из наших российских, мне нравится фильм «Майор Гром, Чумной доктор», обе части, и там вроде третья скоро должна выйти. Потом фильм «Огонь», «Праведник», очень классная картина, советую, если вам нравится что-то подобное. И из наших российских сериалов «Топи» интересный, но я бы не сказала, что он мой любимый, он просто интересный. А из зарубежных фильмов это «Кошачий мир» Луиса Уэйна и сериал «Конец этого гребаного мира». Тоже интересный, но странный немного. Кем хотели стать в детстве, на кого поступать собираетесь сейчас? В детстве я... Ой, кем я только не хотела быть. Певицей с самого начала. Потом я хотела быть корреспондентом или журналистом, что-то по типу этого, потом дизайнером, но я не могла определиться, каким, типа, интерьера, одежды, еще чего-нибудь. Какое-то время думала об актерстве, о режиссерстве. Это интересная профессия, мне бы хотелось попробовать что-нибудь такое, этакое. А так иду на граф-дизайн, потому что это прибыльно. Ну ладно, не только поэтому, просто это еще интересно. Любимые жанры музыки, любимые группы или исполнители. Жанры музыки там все, буквально все. Классика, рэп, поп, метал, там романсы, там реально все. От Цоя до Инстасамки. Исполнители базовые, такие базы. Это кино группы, потом ЛСП, наверное. Сейчас еще вспомню. Гон Флад. Группа «Дайте танк» по классике, группа «Щит», не знаю, как правильно произносится, Дарья Виарда. Очень классный исполнитель, такой тонкий и нежный голос, правда. Ну, а дальше там реально очень много. Какие-то рандомные песни из ТикТока, где-то я что-то услышала, мне понравилось, все это добавляю в плейлист, так что там очень много всего. Когда начала играть на гитаре, когда начала рисовать? Пытаешься ли связать свою жизнь с этим в будущем и каким видишь его? На гитаре я начала играть относительно недавно, в апреле 24 года, будет уже 2 года, как я играю на гитаре. По рисованию я уже давно рисую, я не помню, я не могу сказать точный возраст, но я как-то копалась в своем шкафу, нашла там рисунок, где синяя трава, зеленое небо. Все нормально. Именно если связывать с будущим гитару, то она больше, наверное, будет как для души. Музыка вся, в принципе. Я же еще на фортепиано играю. А рисование, ну, у меня и так и сяк получится будет связано, если я пойду на граф-дизайн, как рассчитываю. Что можешь рассказать о себе и твой любимый напиток? Ну, еще могу сказать то, что мне 15 лет, и я учусь в 10 классе. Так вышло, потому что я пошла в школу с 6 лет. Мне вот весной исполнилось 6, и я сразу пошла в школу. Потом то, что вначале я ходила на гимнастику еще до школы, и в начальных классах потом я пошла на танцы. После я пошла на музыку. Закончила музыкалку с красным дипломом. Сейчас я вроде пытаюсь начать учиться нормальным образом, готовлюсь к ЕГЭ. Если напиток обсуждать, то это крепкий черный сладкий чай, обязательно крепкий. Зеленый улун, это тоже чай такой, тоже очень вкусный. И кофе, наверное, я его сама варю в турке.
со сливками, потом с сахаром. Вообще зашибись. В каких фандомах сидишь? Я бы не могла сказать то, что я сижу в каком-то фандоме. Я просто знаю о каком-то фильме, мультфильме, книге. Вижу мемы, радуюсь, что я их понимаю. И все. Можно сказать, что я состою в фандоме геометрии? Или это будет уже, как будто бы я слишком отбитый человек? Просто, правда, не могу сказать, что я состою в каком-то фандоме. Я и не пытаюсь себя ни к чему отнести. Просто что-то знаю, что-то нет. Что появилось раньше, курица или яйцо? Да. Мне кажется, что появилось раньше яйцо. Потому что курица, она все равно как бы из яйца вылезет, правильно? Поэтому в яйце каком-то произошли какие-то мутации, появилась какая-то недокурица, потом эта недокурица снесла еще какое-нибудь яйцо. Из этого яйца уже там образовалось что-нибудь более похожее на курицу. Поэтому я думаю, что яйцо. Какое любимое время года и почему? Не знаю, честно, мне все времена года очень сильно нравятся. В этом году особенно как-то невероятно все эти времена года проявились. У нас такая была замечательная осень, просто невероятно. Золотая, теплая, вообще без курток ходили. Зима такая шикарная, было минус 30, сейчас, конечно, плюс 2, но опустим этот момент. Было минус 30, вьюга, снег, такая красота была. Жалко, что занятия не отменили. Вот летом и весной были очень странные скачки температуры. Весна отыгралась за лето, потому что в апреле и в мае было очень жарко, а летом мы носили какие-то худи, легкие куртки даже. Но вот прикол в том, что я не помню особую температуру, но вроде потом было жарко. Есть любимый мем, а не любимый. Любимый мем? Я не могу сказать какой-то отдельный, потому что у меня есть любимые подразделения мемов. Мне нравятся мемы, когда коверкают какие-то слова, происходит какая-то игра слов, нравится что-то, основанное на школьных предметах. Например, на биологии, на химии, на литературе и на прочих-прочих. А нелюбимый — это вот этот ужас. Расскажи про кастом одежды, это очень интересно. Объясню процесс на своем пенале. Вначале я вижу вещь, которая плохо, потом делаю разметку мылом и обвожу это все краской с Wildberries за 100 рублей. Все. Такая же история произошла с джинсами. Я нашла просто красивые картинки в Pinterest и решила их перенести на джинсы. Очень классно вышло, по-моему. Но самой первой закастомленной вещью это была футболка с щитами. У меня эта футболка маленькая, я особо не люблю такие размеры, и краска потрескалась. Видно, что она за 100 рублей из Wildberries. Ну а так, мне это очень нравится, и это классно. Помимо кастома одежды, я занимаюсь разработкой, так сказать, украшений каких-нибудь. Значки перерисовываю, иногда делаю их с нуля. Иногда просто беру какой-то некрасивый значок, который мне не нравится, смываю с него основной рисунок и рисую то, что я хочу. И вот мы подошли к концу ролика. Спасибо всем тем, кто досмотрел до конца, и всем тем, кто задавал мне вопросы в моем телеграм-канале. Всем добра и с наступающим Новым годом!